Местные рецепты. Болгарская кухня, знакомая нам нынче, формировалась веками. В ее развитие внесли свою лепту фракийцы, славяне и древние болгары. Продолжительный период, когда Болгария была частью Османской империи, добавил и множество ориентальских блюд. Фракийцы завещали нам свое предпочитание к пшенице, маслу, брынзе и меду. От славян, которые были землевладельцами, нам осталась слабость к мучным изделиям, каше и фасоли. Также они были признанными производителями капусты. В прошлом похлебка была важной в болгарской деревянной кухне. Ее любили заправлять кисленьким, традиционно неспелыми мелкими дикими сливами. Во времена турков предпочтение отдавалось свинине, так как мусульмане считали ее нечистой и не облагали налогом. Поэтому наши предки начали разводить немного больше свиней. В деревне Карпачево из свинины приготовляют жирную прозрачную похлебку. Называют ее куркудина чурба. Она готовится просто и быстро, и очень вкусная. Слегка поджариваете свинину с легким жирком вместо с луком, солью и чабером. Заливаете водой и варите до готовности. Потом добавляете на вкус немного маринада от кислой капусты. Для фасоли важно, чтобы он варился в керамическом горшке. Специфика карпаческого рецепта в том, что добавляется печеный красный болгарский перец. Стоит попробовать! Баница – славянское наследство. Витая баница из Карпачева требует мастерства, а также скалки, потому что вы сами должны раскатать коржи. Обвозлетница встречает своих гостей вкусными местными яствами, которые вы нигде в другом месте не сможете найти.